Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. Иногда мне кажется, что Китай — это не просто самая густонаселенная страна, а целый отдельный мир со своей понятной только им логикой. Чтобы понять это, достаточно просто взглянуть на те безумные вещи, которые они продают в своих магазинах. И что самые странные, их все же покупают. Сейчас мы с вами как раз и посмотрим на небольшую подборку из необычных, а иногда и упоротых товаров на Алиэкспрессе. Ну а тех, кто досмотрит видео до конца, ожидает сюрприз. Если вам что-то захочется купить из подборки, то все ссылочки на товары вы найдете в описании под видео. Приятного просмотра! Новый вызов рукодельницам от китайских мастеров. Миниатюрные кукольные домики в стеклянных шариках. Крошечные замки, мельницы, цветники, качельки, лесенки, уютные комнатки с подсветкой могут стать необычным украшением новогодней елки или сказочным жилищем для феи. Как водится, у китайских кукольников эту красоту нужно будет собрать самому. В набор входит стеклянный шар 12 см в диаметре, деревянные заготовки, ткань, бусины, материалы для устройства освещения и прочая необходимая мелочь. Вам понадобятся только инструменты, клей и батарейки. Вы можете полностью следовать инструкции по сборке или сделать что-то свое, сказочное и удивительное. И дом с таким оформлением будет только у вас. Подарите волшебную сказку себе и близким. Любите стильные вещи, которые способны раскрасить серые будни яркими цветами? Тогда носки с 3D-рисунком обязательно вам понадобятся. Носки – это та часть гардероба, которая присутствует у каждого, независимо от возраста и вкуса. Чаще всего это скучные серые, черные или в лучшем случае белые носки. С 3D-носками вы сможете отличиться от всех остальных. Реалистичные рисунки, выполненные в технике 3D-печати – это оригинальное решение для вашего гардероба. Кроме эффектного внешнего вида, 3D-носки сохранили все достоинства качественного изделия, которые мы используем каждый день. Водонепроницаемый яркий диодный светильник пригодится в любом походе на природу. Внутри можно поместить разные мелочи, они не намокнут и не потеряются в сумке. Фонарь сделан из мягкого силикона, приятного на ощупь, который можно сложить, как вам захочется. Три светодиода обеспечат приятный свет. Также на верхней части есть небольшой компас. В нижнюю часть фонаря, которая сделана в форме небольшой бутылочки или баночки, можно сложить небольшие вещи, чтобы они не промокли. Такой фонарь не только полезная, но и необычная и красивая вещь. Может пригодиться во время путешествия. Кальян для бутылки. Этот кальян был создан специально для настоящих авантюристов и путешественников, которые и сами порой не знают, куда занесут сегодня их ноги. Но вольный дух странствий совсем не повод отказывать себе в удовольствии завершить вечер приятными посиделками за курением ароматного кальяна. С появлением ультралегкого походного кальяна с универсальным уплотнителем, который крепится практически на любую бутылку, вы сможете носить с собой полностью готовый кальян так же легко, как пара солнечных очков. Драконий кубок. Пейте до дна из кубка на свой страх и риск. Сами понимаете, кубок дома Баратеонов – вещь непредсказуемая для пирующего, так что за возможные последствия употребления напитков из этого сосуда производитель ответственности не несет, как и я. Кубок имеет высоту 22 и диаметр 10 см, весит порядка 600 грамм и вмещает до 350 мл жидкости. Кроме того, его можно использовать в качестве эффектной цветной вазы, прекрасно вписывающейся как в современные, так и в классические интерьеры. Производитель предупреждает, что кубок не рекомендуется мыть в посудомоечной машине. Прикольный фокус с болтом и гайкой. Гайка откручивается сама. Фокусник демонстрирует болт и гайку, которую отдает зрителю на проверку. После тщательного обследования реквизит возвращается кудеснику. Иллюзионист держит болт в руке, сосредотачивается, и гайка волшебным образом начинает вращаться. Гаечка докручивается до самого конца и падает на руку зрителю. Трюк относится к категории ментализм или ментальная магия, направление фокусов, где показываются сверхспособности человека. Купить такой болт с гайкой можно по ссылке в описании. Powerbank «Карманная свинья». Забавные карманные свинки с двумя USB-входами в пяточках. Гаджеты очень приятные на ощупь, хорошо лежат в руке. Могут одновременно заряжать два устройства или просто украшать ваш стол. Мощность такой свинки 10 000 мАч, что позволит вам зарядить ваши гаджеты несколько раз. Думаю, в вашем окружении ни у кого нет такого забавного пауэрбанка. Экстравагантный браслет на запястье в виде кисти руки скелета.
Технически это составной браслет-накладка. Чтобы не свалиться с руки, браслет снабжен дополнительными кольцами для пальцев. Крепится на всю кисть руки с помощью браслета и регулируется по размеру колец. Браслет подойдет на любую руку, так как кольца, что одеваются на пальцы, безразмерные. Вы сами сможете отрегулировать их размер. Браслет не сковывает движение пальцев благодаря прочным силиконовым резинкам, скрепляющим костяшки. Прикольный дозатор для мыла, что будет поднимать настроение при каждом мытье рук. Если в семье есть маленькие детки, которые не очень любят процедуру с мытьем рук, то с данным дозатором они, наоборот, будут с энтузиазмом воспринимать каждый поход в ванную комнату. Дозатор для мыла в виде большого носа будет интересным и для взрослой аудитории. Частичка юмора и заряд хорошего настроения на целый день гарантирован. Диспенсер для мыла приведет в замешательство любого человека. К стеклу или плитке он крепится на присоске. Нос, из которого льется мыльная жидкость, оригинально и, поверьте, очень необычно. Есть обычные креветки, есть королевские, а есть по-настоящему огромные, как вот такая необычная подушка. Она действительно выглядит как очень большая креветка. Это мягкая игрушка с плюшевым покрытием. Форма подушки такова, что она удобно загибается вокруг шеи. Можно использовать как подголовник, можно положить под затылок. Такой вот оригинальный и смешной шарф. Кстати, если у вас есть кошка, то она не останется равнодушной к появившемуся в доме морепродукту. А вообще эта подушка сама по себе отличное декоративное решение, если вам хочется сделать гостиную ярче и необычнее. И прекрасный подарок друзьям на новоселье. Упоротая шапка-хобот для сушки волос. Девушкам нужно одеть это чудо-изобретение на голову, а непосредственно в хобот подается горячий воздух из фена. Непонятно, кто вообще до такого додумался, ведь так можно высушить не только волосы, но и мозги, но девушкам эта штука нравится, наверное. Чумовая шапка на лицо. Эта шапка как раз подойдет идеально для нашей зимы, чтобы лицо не мерзло. Вот прикольно было бы прогуляться в такой на работу. Ваши коллеги точно бы оценили. И самое главное, что вам будет очень тепло. Хотя кроме теплоты обеспечена еще и уйма внимания. Не каждый день увидишь такое на улице. А вот и обещанный сюрприз. Это конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать ваш самый экстремальный или необычный поступок, которым вы гордитесь. Обязательно подписывайтесь на канал Аль Пачино Лайв. На нем будут итоги конкурсов, и там уже есть новые розыгрыши призов по нескольким видео. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока!